Добрый день, любители вышивки и рукоделия. Меня зовут Марианна, и это мой канал о вышивке и рукоделии. Хочу творю, а хочу вытворяю. Сегодня у меня вторая серия моего сериала «Мои запасы, моя хомячья нора». И в этой серии сегодня наборы от фирмы «Золотое руно». Я их разложила по тому, как они идут у фирмы «Золотое руно». Но некоторые наборы будут у меня как бы сериями, поэтому они будут входить в серию и будут показаны в одной серии, в общем. И начну я с набора. Серия «Дамский каприз». Это набор, вышедший с производства. Я его купила не именно на фирме «Золотое руно», а в мир вышивки. Вот этот наборчик. Он снят с производства. Купила я его в 2017 году. Как раз была хорошая скидка в мир вышивки на этот набор. Он был последним. Я купила, и, по-моему, больше его там не появлялось. Ну, в общем, я не отслеживаю, не знаю. Но даже на фирме «Золотое руно» я не видела этот набор уже. Называется этот набор «Женское счастье». Артикул его ДК-004. Так, размер готовой работы 29 на 20 сантиметров. Здесь 42 цвета. Я его не помню, вскрывала. Наверное, вскрывала этот наборчик. Вот такие нитки здесь веселые, яркие. Ну и сам сюжет такой мне понравился. Веселый, юморной сюжет. Я сначала увидела его не именно в мир вышивки, а где-то, по-моему, в каких-то группах. Этот набор, мне он понравился вот таким веселым сюжетом. Женщина, запаренная в стиркой, ребенок на горшке, муж, как всегда, на печке спит. Такой деревенский сюжет веселый. Он мне понравился, и я его решила купить. В принципе, он не очень-то большой, но здесь основа идет 16-го каунта. Она не белая, а, по-моему, здесь вот не видно такого молочного цвета. По-моему, здесь основа. Вот. И до 16-го каунта здесь Цвайгард написано. В общем, вот такой наборчик у меня есть. И следующий набор, он идет из серии «Чудесные мгновения», но они у меня в одной серии считаются. Серия сюжетная, люди. И вот этот наборчик тоже был какое-то время снят с производства. Когда я увидела, я очень расстроилась, что он снят с производства. Это «Первая любовь», «Чудесные мгновения», размер 33 на 33, 48 цветов. Артикул ЧМ-026. Здесь тоже так же, ну, как вы знаете, канва всегда набор «Золотой руно», Цвайгард, нитки Мадейра. Здесь я его вскрывала. Естественно, я даже вытащу, сейчас покажу, что здесь нитки есть. Основа 16-я Аида и белого цвета она. Ну, схема, как всегда, знаете здесь какая, да? Этот набор я покупала на фирме именно, так положу сейчас, «Золотое руно». Со скидкой как раз он шел, уже был в перевыпуске, его перевыпустили и как раз на него была скидка. Не помню даже, в какой месяц это была скидка. Но, в общем, я его купила. По-моему, да, в «Черную пятницу» в 2017 году я его брала. Этот наборчик. Вот. Как только он появился, я увидела, я сразу его купила. Такой тоже интересный сюжет. Зимний сюжет. Двое, ну, можно сказать, детей. Первая любовь. Целуются, снеговик. Видела отшитые такие уже сюжеты. Сейчас даже не вспомню, у кого из блогеров. Ну и так ВКонтакте, Инстаграм, по-моему, тоже они ходили. Поэтому он мне очень нравился, и я его решила купить. Тоже идет в сюжеты вот эти мои. И еще один наборчик из этой же серии «Чудесные мгновения». Также у меня из моей серии сюжеты. Это вот всем известный «Вкус детства». Размер готовой работы 38 на 33. И это артикул ЧМ-034. Тоже канва Цвайгард.
нитки Мадейра. Здесь входит, вот сами видите, обложку зеленого цвета, значит, сюда входит бисер один цвет и мулины 44 цвета. Бисер, вот это, скорее всего, пришивается вот этот снег. Тоже покупала я его в 17 году в Филькиных рукоделках, я его брала. Этот наборчик, очень мне нравился этот сюжет, тоже видела отшивы, и поэтому купила такой. Напоминает мне наше советское детство. Вот это. Я не знаю почему, но именно наше советское детство. Может быть, одежда у девочки такая, как вот в нашем детстве. Может, поэтому мне так кажется. Ниточки здесь, вот можете видеть, лежат и здесь, и здесь. Я его, по-моему, вскрывала уже, смотрела. Канва Цвайгард 16 белого цвета. В общем, все как обычно. Я не знаю, в золотой руну, наверное, и не бывает 14 каунт. Обычно только 16. Так, я забыла сказать, что дизайнер здесь. А вот, кстати, здесь указано, что это Елена Крумина. А здесь вот в этих, тут опять надо искать, где написано, где это вообще есть. И не во всех у них наборах, по-моему, указывается, кто дизайнер. В общем, это поискать надо. Так, следующий набор. Так, следующий наборчик тоже из серии «Чудесные мгновения». А, тоже с изображением людей, но я не знаю, его, скорее всего, я отнесу в другую свою серию, этот сюжет, потому что это вышивальщица. Вот это. Называется этот сюжет «Яблоневый сад». Размер готовой работы 45 на 37. Артикул ЧМ017. 57 цветов здесь входит. Так, я вроде бы, да, его вскрывала. Тут же также канва 16-го каунта Аида Германия Цвайгард. Нитки Мадейра. Я его вскрывала. Вот эти я ниточки не вытащила. Это как вот в некоторых наборах мне приходил вот этот подарочек. И в некоторых я вытащила, в некоторых оставила его. Не стала убирать. Мне показалось, что вот эти нитки с чем-то схожи. Думаю, а вдруг каких-то не хватит, и можно будет ими заменить. Потом вот здесь вот есть еще меланж ниточки. Основа здесь белого цвета идет. Так-то не маленький такой сюжет. Видела тоже. По-моему, его недавно вышила Инна Мингазова, блогер. У ней уже, да, вроде уже этот сюжет был готов. Совсем недавно, не помню, я в апреле или в марте смотрела ее видео. И, в общем, отшивы я видела, мне нравится. Я решила, что в мой когда-нибудь рукодельный уголок такая работа будет прекрасно его украшать. Так, следующий мой наборчик. Вот, кстати, этот набор я тоже покупала в Филькиных рукоделках. Следующий мой набор куплен не так давно. По-моему, тоже в прошлом году. Это тоже серия «Чудесные мгновения». Да, я его показывала уже у себя на канале. Покупала я его прошлой осенью. Этот набор тоже, по-моему, в Филькиных рукоделках я его брала. Да. «Цветочная радуга» называется. Это из новинок. Уже сюжет, размер готовой работы 21 на 38, серия «Чудесные мгновения», также артикул ЧМ-060. Здесь 62 цвета, представляете? Там вот в том наборе 57 был, здесь 62 цвета. Здесь указано сразу на обложке канва 16-го каунта Аида Цвайгард, нитки Мадейра. Так. Здесь тоже не указан в начале дизайнер. Я его, по-моему, вскрыла, так посмотрела. Ну, все аккуратненько уложила. Основа здесь белого цвета. Я не все наборы вскрываю, но некоторые... Он легко вскрывается, в принципе, этот набор. Это вскрываю. Вскрывала. Так, здесь не указан опять. Не вижу я, по крайней мере, дизайнера. Может, там внизу где-то, наверное, скорее всего, на этом листе указан. Схема у них у всех одинаковая, черно-белая. Так что этот наборчик у меня тоже будет в серию сюжетный, потому что здесь мы тоже видим людей. И тоже он идет из серии «Чудесные мгновения».
Тут девушка, не люди, не людей, а девушку здесь видно. И здесь меня, конечно же, привлек этот прекрасный сад. Следующий набор был тоже куплен мной в прошлом году. Тоже вместе с этим же набором, по-моему, я их покупала все вместе. Сейчас уж точно не помню, но вернее, вот этот набор следующий был не мной куплен. Этот набор был мне подарен на День матери моими детьми. Вот. Как раз это в конце ноября, по-моему, было. И это я точно помню. Этот набор называется «Белые лебеди». Всем известен, уже многими отшит. Артикул LP036. Лирический пейзаж серии идет здесь. Размер готовой работы 27 на 41 сантиметр. Я не буду говорить миллиметры, уж простите. Меня там уж плюс-минус идет все равно размерчик. Здесь 29 цветов всего. Сегодня я видела отшив этой работы ВКонтакте в группе «Вышивка общения». Многих почему-то удивило, что лебеди зимой на озере. И что озеро не замерзло. Но чему удивляться, в димовских наборах, там в большинстве сюжетах зимних, там речка никогда не замерзшая у них. Либо озеро какое-нибудь всегда, но не замерзшее. Здесь тоже, чего удивляться-то. Ну, видимо, не замерзло. Может быть, здесь не просто озеро, а проточная вода. Ну, в общем, не будем в это углубляться. Так, здесь также канва Аида 16 каунта, тоже белого цвета. Нитки вот такие, в основном сине-голубые и немножко красненьких для клюва лебедей. Также здесь не указан дизайнер, не вижу. Надо, скорее всего, вскрывать, чтобы это найти. Я не помню, вскрывала я его, нет, скорее всего, да. Этот сюжет меня привлек тем, что зима, лебеди. Мы с мужем поженились зимой. Поэтому, скорее всего, вот такая у меня ассоциация с этим набором. Вот. Лебединая верность. Так, дальше. Тоже серия «Лирический пейзаж» у меня идет. Я его, конечно, этот сюжет отношу к другой серии своих наборов. Он сюда просто попал, поскольку это золотое руно. Но я сказала, что свои серии я буду показывать потом и объяснять, почему они у меня в серии. Да? Это вот такой наборчик. Называется «Замечательное лето». Размер готовой работы всего, знаете, 17 на 38. Но здесь на минуточку 74 цвета. Я этот набор точно вскрывала и смотрела. Я его также, по-моему, в Филькиных рукоделках покупала в 17 году еще. Так, артикул LP050 здесь. Все то же самое. Нитки Мадейра, канва Цвайгард, Аида 16 каунта. Да, я его вскрывала уже, здесь смотрела. Белая основа здесь и вот ниточки. Их много довольно-таки, замечательные, красивые, яркие. И вот это замечательное лето, но все-таки здесь, наверное, догадаетесь, что это все-таки для меня морской пейзаж. И мне нравятся вот такие домики, море и велосипед, цветочки. Все, что я люблю. Так, следующий набор, он тоже идет... А он уже, вернее, идет из серии, я не помню, LC, как у них называется, серия. Ну ладно, не суть. Артикул, в общем, LC071, называется этот сюжет «Астры». Это тоже был куплен набор в прошлом году уже мной. Где-то осенью я его покупала. По-моему, я брала эти наборы уже непосредственно на сайте «Золотое руно». И как раз я вот заказывала свои пяльца там с держателем. Я показывала их уже недорогие, как раз они были. Вот я тогда и покупала, видимо, этот наборчик. Это астры на окне. Размер 34 на 32.
артикул LC071, я, наверное, сказала уже. Здесь написано 57 цветов сюда входит. Я так понимаю, что вот этот вот момент, наверное, отшивается нитками либо крестиком в одну нить, либо полукрестом. Я не помню, смотрела я, наверное, его не вскрывала. Этот набор. Хотя я вроде бы все вскрывала наборы, вот именно золотой руной просматривала нитки, отсматривала. Основа здесь 16 белого цвета. Здесь уже сразу вот указано. У меня, извините за мои руки садовые, садово-огородные. Сейчас как раз сезон, поэтому я ни ногти не крашу, ничего. Я отмыла их, и ладно, хотя бы. Вот. А, серия «Любимые цветы» называется. Вот же написано. Ну, все, затупило называется. Это из серии «Любимые цветы». Еще мне нравится, знаете, окошечко у них. Я пожалела, что не купила, когда стоил по 100 рублей наборчик с каллами. И как-то кто-то продавал по очень неплохой цене набор с ромашками на окне. Помните, такой старый у них есть набор, снят из производства. Он стоит, конечно, сейчас там, я не помню, 1003, если заказывать у них, если не больше, да? Но кто-то продавал его за 2. Жалею, что упустила этот момент. Ну да ладно, теперь уже я нашла схему. Когда-нибудь, может, вышью. Следующий набор, он тоже у меня из моей серии «Натюрморты» идет. У меня своя серия есть, да? Тоже из серии «Чудесные». Вернее, «Стиль жизни» у «Золотой руны» называется он. Это вот такой всем известный сиреневый натюрморт. По мотивам фото Луизы Гельц сделан этот. Да, я где-то у меня даже, по-моему, есть это фото. Надо посмотреть в компьютере. Вернее, у меня диск, по-моему, тут пока все еще форматирует. Ладно, не будем об этом, о грустном. Называется эта серия «Стиль жизни». Артикул SG019. Здесь размер готовой работы 38 на 34 и всего лишь 29 цветов. Видела я, вот как раз-таки влюбилась в отшив. Я увидела сначала отшив этого набора, потом уже нашла его. Долго смотрела, и вот в прошлом году осенью я решила его купить, пока его не сняли с производства. Потому что некоторые наборы, которые мне лет 5 назад нравились, они уже поснимали с производства, их уже либо за очень высокую цену можно купить, либо вообще не найдешь. Вот. Ловить где-то надо с рук. Здесь также все Мадейра, Цвайгард, ниточки, посмотрите, какие все вот такого красивого сиреневого оттенка. Есть немного серых, белых. А Аида здесь, я уже говорила, нет, 16. Ну, она везде 16-я. Здесь, по-моему, она не чисто белая идет. Она идет молочного цвета здесь. Хотя вот цвет, вот, основа здесь никогда не указывается, по-моему. А вот в описаниях в группах ВКонтакте у некоторых они указывают. В частности, в Филькиных рукоделках там бывает указано, что какого цвета идет основа здесь. Я его тоже, по-моему, вскрывала. Так, это у меня все из серии натюрморты цветочные. Еще у меня есть, у меня мало натюрмортов с фруктами, но один такой я все-таки купила. Серия «Фруктовое изобилие» называется, арбуз снят с производства. Я его купила, прям успела купить за 300 с чем-то рублей. Представляете, вот это долго я несколько месяцев покупать, не покупать. Что-то занавеска какая-то, она прогонная мне казалась. Все, да, вот этот фон какой-то не такой. Сам арбуз мне нравится, я люблю арбузы. Тем более сейчас у меня есть внучка, которая еще не пробовала арбуз в своем сознательном возрасте, но она любит вот эти вот изображения арбуза. Разные там игрушки с арбузом, вот. Теперь у меня есть этот тоже набор. Я его также, по-моему, в Филькиных рукоделках как раз... А нет, я его покупала в другой группе. Там как раз в конце августа бывает акция «Золотое руно», там что, день рождения или что. И вот они там многие наборы продавали с хорошей скидкой. И вот этот наборчик я уже решила купить. Раз он уже снимался с производства, стоил, можно сказать, копейки. Серия это «Фруктовое изобилие» у них. Дизайнер тут написано из сеновой индира.
И размер готовой работы будет 24 на 39. 45 цветов сюда входит. Ниточки здесь красивые, яркие, как обычно. Розово-зелено-коричневые. Так, здесь идет канва Аида 16 каунта. Я вскрывала набор. По-моему, здесь вот и шел тоже подарок. Я их в некоторых наборах вытаскивала. Я не помню здесь Аида какая. По-моему, белая. Вскрывала, но не... Наверное, такой какой-то он тоненький наборчик сам по себе. Не скажу, что прям много ниток. Но и размеры не скажу, что очень-то уж большой. Примерно как снегири, которую я вышивала. Скорее всего, такой набор, размер и будет. Так, следующий мой набор. Они вот у меня как раз два набора будут, которые покажу следующие. Они у меня с одной серии идут. В одну серию входят кошки-птицы, да? Ну и как бы друг с другом тоже составляют серию. Это вот такой наборчик, всем известный, райский. Так, называется «Райский сад». Серия «Воробушки» название этого набора. Дизайнер Крумина Елена здесь указано. Размер готовой работы будет 31 на 25. 35 цветов. Артикул RS015. А я вот здесь не сказала, да, артикул FI008 идет. Так, здесь также все. Цвайгард основа, мулине Мадейра. Размер я уже сказала, ну не скажу, что сильно большой такой размер, но канва Аида 16 каунта, я его вскрывала. Я, наверное, все вот почему-то золотое руно набора все вскрыла, все посмотрела. Я еще нитки проверяла, скорее всего, здесь какие, да. Ну и вообще мне было интересно, что туда. А канва Аида 16 каунта белого цвета, там даже полосочка оранжевая есть. Вот. Тоже очень этот сюжет. Я долго на него смотрела, на него и на снегирей. Я их вместе покупала. Снегирей я уже вышла. Очень мне нравился этот сюжет. Он такой яркий. Тут, естественно, птички и яблочки. И он вышивается тоже, как и снегири. Большая часть его вышивается полукрестом, задний фон вот этот. В основном снегири, яблочки и листики это идут крестом. Я месяца за два, по-моему, вышел снегирей совместно с другими проектами. Вышелся он довольно-таки, несмотря на всю, на все, что я там говорила про него, что он тяжело вышивается, столько много серого, все равно он вышелся быстро. И теперь мне кажется, что ничего сложного там и не было. Но это как обычно бывает, да. Так, следующий сюжет, он тоже из серии, из моей серии идет. Кошки, но здесь он идет из серии «Наши любимцы». И тоже это у меня одна серия с этими воробушками. Посмотрите на них. Они похожи совершенно. Здесь тоже яблочки, тоже те же воробушки. Они просто здесь их поближе как бы взяли. И здесь они вот их испугали кошки, и они улетели. Один, вернее, по крайней мере, улетел. И тем более здесь еще мои любимые животные, кошки. Как без них. Так и этот набор называется «На крылечке». Серия «Наши любимцы». Артикул NL030. Дизайнер Крумина Елена. Здесь тоже указано. Один и тот же даже дизайнер здесь. Размер готовой работы 35 на 37. 47 цветов сюда входит. Так, а в этом я, надеюсь, говорила, что 35 цветов. Тоже так же канва Аида Цвайгард. Нитки Мадейра. Вот, посмотрите, ниточки. Они даже вот практически один в один. Правда же? Похоже. Так, канва здесь белого цвета идет. Я не помню, вот это, что здесь зашивается все полностью или нет. Схему я что-то не помню. Давно смотрела, сейчас уже не вспомню. Но вот задний фон, он точно полукрестом идет в две нитки. Как обычно у них. Просто в две нитки полукрестом вышиваешь. Но тут, конечно, зелени намешано будет немало. Вот я думаю. Так. Вот это моя серия. И птички, и кошки заодно идет. Следующий. Он у меня к сериям не относится. Никаким. Просто идет в серию. Мою в серию кошки. Это новый набор, вышедший недавно. У золотое руно.
магистр времени. На обложку у него, видите, тоже зеленая, значит, сюда входят какие-то не только мулины и бисер, сюда входят вот эти вот пуговки, по-моему, шармики. Артикул этого набора LS005, серия «Ловцы снов». Размер готовой работы 38 на 25, мулины 29 цветов, один металлик есть, канва Аида 16 каунта Цвайгард. Здесь на наклеечки идут и включают сюда аксессуары, тут написано прям сразу. Почему я купила этого кота? Он стимпанк, наверное, идет серия у них, или серии у них «Ловцы снов». Ну, я почему-то именно так подумала. Но мне понравился сам кот. Вот он сидит, вот глаза ему желтые сделать. Это вот Вася наш. Я уже показывала этот набор в покупках, по-моему, осенних своих. Вот как раз я вот с теми, наверное, с натюрмортами его и купила. Именно с сайта «Золотое руно». Мне нравится там, кстати, больше покупать, потому что там наборы, они со скидкой будут дешевле, чем в других интернет-магазинах. Многие думают, что там дороже. Нет, там получается, у них скидки часто идут 15%, скидки часто идут 20%. А у меня еще три, вот я не говорила, три попалось карточки со скидкой, вот с промокодом 15%. Но у них не суммируются скидки. Вот если идут, у них не суммируются уже с промокодом они. Если скидка, то все скидка. И доставка у них в любом случае платная, 300 рублей полный. Ну вот на сколько бы наборов не купили. Даже у меня был, значит, этот вот, у меня были вот эти пяльца в коробке. Вот 300 рублей я заплатила, ни больше, ни меньше, за доставку у них. Вот. Сюда я уже, наверное, сказала, про нитки сказала, проболтала, все забыла. Так, покажу ниточки. Здесь, естественно, они серо-белого, черного цвета, коричневого, все вместе, да. И вот они, вот эти штучки идут, шармики, ой, забыла, как он называется, пуговки, часики и вот эта штука. Вылетит с головы, как начнешь снимать. Почему все из головы вылетает, я не знаю. Основа здесь, по-моему, молочного цвета идет, не белая. Или белая. Я уже с ним. Нет, белая она, по-моему. Но вот это все, весь этот фон, он вышивается полукрестом, скорее всего, либо крестиком в одну нить. Он очень такой прозрачный получается. Так. И осталось еще у меня два набора. Я посчитала, у меня всего 15 наборов от «Золотое руно». Не так уж и много, можно продолжать покупать. Шутка. Так, следующие наборы у меня идут из серии «Музейная коллекция». Их всего пока два у меня. Больше я не покупала ничего из этой серии. И вот первый наборчик вот этот. Как раз таки я его купила тоже в какой-то группе, я сейчас не помню, в 17 году было. С хорошей-хорошей скидкой. Он, по-моему, до 1000 рублей мне обошелся. Сейчас я знаю, что он дороже. Может, уже идет. Ну, мне вот достался он по хорошей цене. Это «Аленушка» по мотивам картины Васнецова. Серия «Музейная коллекция», МК-020 артикул. Размер готовой работы 45 на 30 сантиметров, 49 цветов. Дизайнер Крумина Елена. Сейчас скажете, зачем купила, да, такой наборчик. Я видела «Полуночная вышивальщица», по-моему, называется канал. Вышивала этот набор, если я ничего не путаю. Я еще подписалась, когда вот она вышивала этот набор, отслеживала. Все сомневалась, зря не зря я купила, потому что я его очень много лет хотела, этот набор. Я не знаю, это, наверное, опять-таки воспоминания какие-то детства, что, почему он мне нравится, такая грустная девушка. Ну, сказка «Аленушка», у меня такая ассоциация с этим сюжетом. Ну и также я люблю картины Васнецова. Так, дизайнер, я уже сказала, да, Крумина Елена? У меня немножко с памятью плоховато последнее время, недосып сказывается.
тоже здесь в этот наборчик входили ниточки вот эти. Там еще в нескольких наборах, я уже сказала, я их вытащила просто. Были у меня такие подарочки. Как раз вот в 2017 году, когда я покупала который набор, там были эти ниточки. Они, по-моему, болгарского производства. Называется Санма. Магия какая-то. Не знаю, здесь плохо видно, что там написано. Ну, некоторые, мне показалось, совпадают с этими цветами, поэтому я их не стала вытаскивать. Думаю, мало ли, вдруг что-то заменить придется здесь. Вот. Здесь также. А здесь основа выходит 18-го каунта, не 16-го. Здесь она молочного цвета. И вот здесь вот, посмотрите, вставлена вот такая вот картонка. Поэтому он довольно-таки плотный. Много ниток здесь входит в этот набор. Я его тоже вскрывала. Я все, получается, набор золотой рунов вскрыла. И когда они приходили, скорее всего, я тогда, да, поэтому у меня и промокоды в руках есть. Все, и вот эти вот. Я еще вытаскивала эти ниточки. И теперь они у меня. Здесь потом обратно эти положила. Посчитала, пусть лежат пока что. Ну, в принципе, они ниток всегда. Мне кажется, в золотой руно ниток хватает. Так что переживать нечего. Так, вот такой у меня есть из серии музейной коллекции один наборчик. И еще один наборчик из серии тоже музейная коллекция. Всем известный, всеми многими любимый, пусть не всеми, но многими вот этот сюжет. Так, я тоже не помню, кто из блогеров, у кого я смотрела в 2017 году, именно искала отшивы, чтобы посмотреть, как получается. Я вот сейчас не вспомню, кто это вышивал. Помню, девушка закончила эту работу. Вроде как вышла. Это и всем известная картина Мона Лиза, Джоконда, Леонардо да Винчи. Да? Все это знают. Дизайнер Есенова Индира тоже. Здесь так нет, тут Кузьмина Елена, а здесь Есенова Индира. А, размер готовой работы здесь 42 на 29. В принципе, кажется, не больно большая. Да? 45 цветов. Артикул МК-023. Почему купила? Вот это тоже родом из детства. Не знаю, ну, у нас в школе раньше всегда были уроки изобразительного искусства и эстетики. Нам обо всем этом говорили, показывали. Когда-то была возможность ездить в большие города, экскурсии, да, и посещать музеи. Лувр, конечно, я не посещала, но я вообще просто вот чем навеяна. И у меня. И в детстве я покупала вот эти, знаете, красивые были в советское время репродукции продавались вот этих картин. Они были на хорошей бумаге, хорошего качества, хорошей цветопередачи. Эти репродукции продавались в киосках, и у меня их несколько было. Вот в частности, вот эта Мона Лиза, мною любимой моей мамой, она висит у них до сих пор, эта репродукция, оформленная в рамочку, все как положено, она уже вот много-много лет висит у мамы дома. Эта картина. Еще я покупала Сикстинскую Мадонну. Та была у бабушки оформлена в рамку. Я не знаю, куда она делась, эта картина. Кстати, рамка была очень хорошая, такая старинная. И также итальянский полдень была картина. Я все тоже ее хочу купить у Золотой Руно. Вот именно итальянский полдень. Единственное, что мне там почему-то пугает, вышивка в одну нить. Вот. Но, скорее всего, и на это я решусь. Я не хочу покупать от СТ. Меня устроило именно вот этот набор от Золотой Руно. Именно этот сюжет, этот дизайн меня вполне устроил. Я выбирал между Лука С и Золотой Руно. Вот тот момент. И я выбрала все-таки Золотой Руно. Он мне показался более таким подходящим, более как там проработанным, что ли. Немножко какой-то он у Лука С. Что-то в нем не то. А вот этот мне показался больше похож вот на ту репродукцию, которая висит у родителей моих сейчас. Поэтому я его взяла. Так, здесь я тоже скрывала. Здесь у меня был промокод, это точно я помню. И здесь же были ниточки. Тоже подарок в этот набор входили. Он также идет. Он здесь идет на 16-е аиде, также молочного цвета. Здесь вот полностью он еще такой плотный. И также здесь вставлена картонка в этот набор. Я его покупала тоже как раз-таки вместе с арбузом. Как раз была акция. Он стоил, обошелся мне где-то в 900 рублей вот этот наборчик.
И когда я была в Екатеринбурге, зашла в магазин «Мир шитья» у них, и там чуть не упала, увидев цену на этот набор, он стоил 3000 там. Вот. Такой вот у меня есть набор. Очень жалко, что в Екатеринбурге, кстати, закрыли вот этот магазин «Золотое руно». Как-то всего один раз туда попала, и все. А так бы можно было там хотя бы воочию посмотреть эти наборчики, там и каталоги были, все-все-все. Как-то воочию, когда смотришь, все эти наборы мне больше нравится. Потрогать, пощупать все можно. Вот такая коллекция наборов у меня есть от Золотое руно. Ни много ни мало, 15 штук есть они. Так, из Золотое руно у меня было 16 их, и вышито уже. Снегири уже вышиты у меня от Золотое руно. Надо как-то запланировать еще какой-нибудь набор и вышить. Они вышиваются, почему? Просто потому что здесь хорошо проработана все-таки схема, чтобы там не говорили про Золотое руно. И никакого бэка здесь практически не бывает. Очень-очень редко и очень-очень мало. Что меня очень даже и привлекает. Это все. Вот. Но все уже знают, чем отличаются обложки у них. Красный от синий, да. Я уже это сказала. На этом все. Спасибо всем за внимание. Спасибо за ваши комментарии, лайки и дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик. Моя серия, моя хомячья нора, мои запасы продолжается. Что я буду показывать в следующей серии, я пока не решила. Но запасы у меня еще остались. Так что ждите продолжения. На этом все. Всем всего самого доброго, самого хорошего. Пока. До новых встреч.